Корабль под алыми парусами и поляна сказок. Школа номер 5 присоединилась к конкурсу «Цветущий город». Рядом с образовательным учреждением разбили сразу несколько клумб. Ухаживают за ними ребята во время школьной практики. Родители очень активно, вот что меня очень радует, принимают участие в оформлении, особенно родители начальной школы. Дети с удовольствием этим занимаются, потому что реально понимают, что это нужно для них же самих, для города нужно. И, конечно, педагоги, которые являются, наверное, самыми главными катализаторами идей. Фотографии своих композиций руководство 5 школы уже отправила на конкурс. Их номинация — лучший цветочный арт-объект. Всего номинаций 6. Это также лучшая клумба-цветник, лучший цветочный двор, цветущий балкон, цветочный логотип организации и цветочный кадр. Заявки принимаются до 20 августа на сайте Вологда-портал. Нужно лишь опубликовать фото цветочной клумбы и заполнить анкету. По традиции итоги проекта подведут в конце лета. Анна Богачева, Алена Закатаева, Денис Терин, Вологда-портал.